Дождю. Вот такое задание. Танечка, пока этот барабан крутится, могу ли я просить вас о любезности, Татьяна Викторовна, рассказать мне о своей такой насыщенной и долгой жизни? Я хочу тебя целовать прямо в губы, внутри тебя наклейка, ай, по прикол, я выпью тебе всю... Доброго дня, консультант Илья, компания «Родинный клуб», я слухаю вас. Здравствуйте, Илья, а мне пришло сообщение, что я там выиграл. Як я можу до вас звертатись? Андрей меня зовут. Вот мне... Когда я первый раз... Настрой крепкий, как костюм Тони Старка. Так-то, игра в 16 тактов. Только факт, только так. Без дешевых интриг и мата. Для меня бодряк, как для папайи шпинаты. 8 утра примерно, Nokia верная. Меня будет голосом камелеонера. Полчаса игнорить тело, мозг, тело. Ложусь поздно, пуэр знает свое дело. Предпочитаю белый цвет. Мой чудный облик, я прикажу убить тебя. Начинаю делать цвет, типа цвет победы. Белыми должны быть как минимум зубы и кеды. Подумай дважды, прежде чем бросать косые взгляды. Ты как на ладони у парней из засады. Понимать надо, выше лезешь, дольше падать. Но меня не остановишь даже при таких раскладах. Я не в погонах, чтоб зачитывать права. Но напомню, зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не... сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал. Может, течение... Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Раньше не понимал, как бит. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Вырезка выше сорта, не липкий фарш. Жарим мясо для наших, засада продакшн. Другие жалуются, мол, опять биржи стили. Зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал. Может, течение помню. Зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал. Может, течение бит. Никто не сможет меня остановить. Даже при таких раскладах я не в погонах, чтоб зачитывать права. Но напомню, зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал. Может, в течение 5 минут держать зал. Магия.
Даже при таких раскладах я не в погонах, чтоб зачитывать права. Но напомню, зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал может в течение 5 минут держать зал. Магия, не иначе, теперь ясна задача. Меньше слов, больше хуков, меньше звуков.